Верховный суд Таиланда выдал ордер на арест экс-премьер-министра Янглак Чинават. Ранее та не явилась на оглашение вердикта по делу о халатности при реализации госпрограммы по выкупке риса у местных фермеров, сославшись на болезнь. О том, что бывший премьер пропустит заседание, адвокат узнал всего за несколько минут до его начала. В настоящий момент местонахождение Чинават неизвестно. Сотни ее сторонников собрались в пятницу у здания суда. Политику грозит до 10 лет тюремного заключения. Оглашение приговора перенесено на 27 сентября. Мы верим, что бывший премьер-министр проводила правительственную программу в интересах народа и фермеров. Мы надеемся на справедливое решение суда. Программа по закупке риса у фермеров по завышенным ценам для его последующего экспорта была направлена на улучшение экономического благосостояния населения. Но в результате падения мировых цен на это зерно она привела к многомиллиардным потерям для бюджета.